ребят, всем привет! Это новое видео по Скайблоку. Погнали! Как вы видите по панели, я поднакопил немного баланса, и теперь мы сможем сделать ферму ростков Незера. Давайте же посмотрим их стоимость на Ахе. Их никто не продает, ребята. Нету ростков Незера. Пишем Warp Shop. Мы написали Warp Shop. Вот они, наши ростки Незера. Ребятки, вот это они дорогие. Вот это да. Но нам все же придется их купить. Покупаем. Так, мы купили один росток Незера. Вот он, наш песок душ. Вот это да, почти стак, ребята. Пишем из. Берем только булыжник и идем на нашу ферму. Так, ферма нароста будет у нас на противоположной стороне. Делаем по такой же технологии. Вот так вот. Что-то мы не туда поставили. Этот уберем. Вот так вот. И вот здесь тоже самое делаем. Вот так вот. Все. И вот здесь у нас будет песок душ. Поставим давайте его. И посадим уже росточек наш. Вот, идеально все. Давай уже расти, расти давай. Когда ты вырастешь, когда ты вырастешь. О, ребятки, он вырос, наконец-то, наконец-то. И давайте же его наберем, посмотрим. Ребята, три плода. И этим мы будем заниматься до тех пор, пока не заполним все пески душ. Но это того стоит, они уже пошли в рост, ребята. Вот так вот, они уже растут. О да, наконец-то таймлапс закончился, и все плоды выросли. Это замечательно. И давайте их наберем. Так мы их и оставим, и на этом мы завершим наш видеоролик. Обязательно подпишись на канал и поставь комментарий под этим видео. Всем пока-пока!